Экономические, социальные, коммунальные, экологические вопросы стали центральными на форуме действий Общероссийского народного фронта, который прошел в Москве. В нем приняли участие 6 представителей нашей области. Обсуждение важных тем продолжилось с президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным. Подробности по телефону нам сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Григорьев. Президент России Владимир Владимирович Путин отвечал на конкретные вопросы. Вопросы касались хозяйства, поддержки крестьянских фермерских хозяйств, капитального ремонта того, что должно быть целевое направление денежных средств на капитальный ремонт. Ни в коем случае не допускать ремонта домов, которые в нем не нуждаются. Также вопросы приватизации касались. Вот. И многих-многих вопросов, которые задавали активисты непосредственно национальному лидеру своего движения Владимиру Владимировичу Путину. Также многие предложения были восприняты на карандаш президентом.